Друзья, привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами будем готовить бутерброды с молодыми кабачками. Такие бутерброды получаются очень вкусные. Кабачки нужно брать самые маленькие, молодые, нежные, и с них даже не придется снимать кожуру. Эти бутерброды можно есть, например, на завтрак или взять с собой на дачу. Нам понадобится хлеб. Можно взять специальный тостовый, можно обычный белый, можно даже взять какой-нибудь багет. Молодой кабачок, укроп или любая другая зелень, огурчик и для заправки лимон. Сухой чеснок, мед, перец и оливковое масло. Мы с вами берем кабачок, огурец, не снимая с них кожуру, нарезаем их небольшими кубиками. Нарезанный кабачок складываем в глубокую мисочку. И туда же отправляем нарезанный огурец. Теперь берем укроп и мелко его нарезаем. В блюдо к кабачкам с огурцами мы отправляем также нарезанный укроп. Теперь нам нужно приготовить заправку. Мы берем лимон и выжимаем из него примерно 1 столовую ложку сока. Добавляем в лимонный сок перец, оливковое масло, меда и сухой чеснок. Теперь перемешиваем все это дело до однородности. У нас получилась заправка, очень вкусная, кстати. Ей мы теперь поливаем наш салат, который будем выкладывать на бутерброды. Теперь мы это все перемешиваем и оставляем постоять при комнатной температуре примерно на 5 минут. И пока салат у нас стоит, мы с вами подсушим хлеб. Это можно сделать на плите, на сухой сковородке без масла или в тостере. Если вы готовите салат на природе, можно хлеб подсушить просто на мангале. Хлебушек поджарился, посмотрите, какой он румяный получился и хрустящий. И теперь мы просто кладем хлебушек на тарелку и выкладываем сверху наш кабачковый салат. Если вы готовите это, например, для застолья, то выкладывать салат на хлеб нужно непосредственно перед подачей.